На наградном оружии министр внутренних дел сделал бизнес. Начиная с 2014-го, Арсен Аваков роздал своим однопартийцам из Народного фронта и приближенным особам беспрецедентное количество пистолетов и автоматов, более 2000 стволов. А на их перепродаже в оружейных магазинах заработал около миллиарда гривен. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщил в Facebook депутат Сергей Каплин. Нардеп направил министру запрос с требованием огласить пофамильно список людей, которые получили в последние 3 года наградное оружие из рук Авакова. А ГПУ и СБУ попросил расследовать возможную коррупционную схему заработка на наградном огнестреле. Также, по словам депутата, в Верховную Раду передан законопроект о запрете министрам-силовикам вручать кому-либо наградное оружие. Наградное оружие анонсировалось на прайсах единым способом в магазинах по продаже и посредством награждения выписки документов легализировалось у будущего потенциального собственника. Взятки для легализации оружия после передачи им статуса наградной составляют порядка 10-17 тысяч долларов. За это время Арсен Аваков вместе с Народным фронтом в кавычках заработали порядка 25-30 миллионов долларов. Такого оружия на руках у многих и многих друзей Народного фронта Авакова тысячи единиц. Я официально заявляю, что требуем немедленно прекратить вооружение Народного фронта мафии Ценюка.